привет! Я представляю тюнинг-ателье South Art. Наша компания уже более 10 лет занимается установкой виниловых пленок на рынке Украины. Сегодня у нас в работе новая Audi R8 темно-синего кастомного цвета. Клиент изъявил желание защитить данный автомобиль в защитную полиуретановую пленку Hexis Body Fence. Многим нашим постоянным клиентам известно, что ранее мы не использовали в работе полиуретановые пленки. Мы использовали исключительно виниловую пленку. Hexis Body Fence была разработана в 2015 году французской компанией с одноименным названием Hexis. Данный материал имеет ряд преимуществ над остальными полиуретановыми пленками, а именно, эта пленка абсолютно не желтеет, ее можно оклеивать, заворачивая 100% видимой поверхности детали, то есть делая подвороты. Также материал не подвержен жирным пятнам от следов насекомых. И четвертая немаловажная функция этой пленки, то что она имеет эффект самовосстановления. То есть автомобиль, находясь на солнце, нагревается, и на поверхности растягиваются микроцарапинки. И пленка блестит на протяжении нескольких лет, как будто только что с рулона. Hexis Body Fence очень часто сравнивают с нанокерамикой. Почему? Да, просто потому, что данный материал имеет неимоверный блеск, тот же эффект, что и нанокерамика. Но основное преимущество в том, что нанокерамика не защитит вас, ваш автомобиль от сколов, а Hexis Body Fence сделает это.